В Казахстан доставили тело погибшей в Грузии 26-летней Асель Айтпаевой. В столичном аэропорту его передали родным. Похороны состоятся сегодня в поселке Кабанбай-Батыр. Мама Асель, которая летала в Тбилиси на опознание, в беседе с журналистами еще раз подчеркнула, что не верит в самоубийство дочери. По словам женщины, на ее теле обнаружены следы физического насилия. Напомним, Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах в ночь на 5 мая. Она выпала из окна. Перед смертью казахстанка успела отправить подруге аудиосообщение, в котором слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой. Следствие продолжается.